Ну и заканчивая источниковеческий обзор, необходимо вспомнить о таком замечательном памятнике русской литературы, как «Задонщина», которая повествует нам о Куликовской битве и, как считалось, была написана практически непосредственно после сражения. По этому поводу существуют разные мнения. Возможно, это и 15 века, первая половина 15 века, рассказ. Но, к сожалению, именно подробностей битвы там почти нет. Это мировоззренческое произведение, также литературное, а не историческое, не историографическое, которое напрямую перекликается со словом о полку Игореве. Там есть масса прямых цитат, поэтому, к сожалению, именно источником, который может раскрыть подробности хода сражений, хода самой войны, Задонщина не является, что, конечно, не умаляет ее литературных достоинств. Ну что, перейдем теперь к фактуре. Что у нас происходило во второй половине XIV века на Руси и у ее соседей? Конечно, центральным фактором, который влиял на развитие событий, было отношение между Русью и Золотой Ордой, или, как ее правильно называть, Улус-Джучи. В 1359 году скончался хан Бердибек, сын хана Джанибека. Скончался он не совсем сам, судя по всему. И началась в Орде так называемая «Великая Замятня», если говорить терминологией русских летописей. За 20 лет сменилось 25 ханов. То есть некоторые не успели проханствовать и одного года. И именно тогда взошла звезда удачливого авантюриста Беклербека, хана Бердибека, то есть великого визиря, говоря персидскими терминами, темника Мамая. Он не был чингизидом, он вообще не принадлежал к высшей аристократии Монгольской империи, но, тем не менее, был, видимо, очень умным и удачливым человеком и смог выдвинуться на первые позиции Золотой Орде, тем более, что в конце концов он взял в жены дочь хана Бердибека. И, пользуясь такой благорасположенностью судьбы, принялся менять малолетних ханов по своему усмотрению. Как писали русские летописи, ставил царей от руки своя. Что это было для Руси? Вообще, что Орда принесла Руси? Во-первых, конечно, бесчисленные страдания во время походов хана Бату и карательных походов, так называемых, этих печально знаменитых Неврюевой и Дюденевой ратей. С одной стороны. С другой стороны, как известно, любое негативное явление содержит в себе свое отрицание и является одновременно неким позитивным моментом. Ну, во-первых, Монгольская империя принесла некое подобие порядка на феодальную раздробленную Русь. То есть таких усобиц, какие были в 12-м, 1-й, 3-й, 13 века среди князей, уже не происходило. Хотя, конечно, они все равно происходили. Но высшим арбитром внутри русских отношениях с тех пор являлся ордынский хан. И так или иначе, какие бы раздоры не охватывали Русь, приходилось ехать за ярлыком на княжение именно в ставку хана. Поэтому сильно было не подраться, хотя очень хотелось. Это первое. Второе. Как это ни странно, Орда устранила хаотическую угрозу, которая имела место со стороны степи, начиная с X века. Потому что угроза Орды была для Руси настолько значительной, настолько мощной, что противостоять каждое отдельное разрозненное княжество
был ей не в состоянии, поэтому с Ордой приходилось дружить. Ну а если мы с Ордой дружили, то со стороны степи мы более не знали угрозы. Другое дело, что если кто-то отказывался платить выход в Орду, как правильно называлась дань, то есть это налог, это не совсем дань, и даже совсем не дань, это внутригосударственный налог. Если кто-то отказывался платить выход, тут приходил, конечно, карательный корпус очередной. И Русь вспоминала самые горячие и лихие годы времен хана Бату. Вот поэтому с Ордой старались не ссориться. За это приходилось платить, вот за это отсутствие постоянной угрозы. Потому что степь, как мы помним, была угрозой. Сначала были хазары, потом печенеги, потом половцы. Вот эти половецкие времена, когда какая-то орда в 1000 сабель может пройти через прозрачную средневековую границу, от Рязани дойти до Смоленска, вырезать на своем пути все, что можно вырезать, и угнать в Крым тысячный полон. И с этим очень мало что можно было сделать, откровенно говоря. С одной стороны, с другой стороны, наши русские князья сами приводили половцев регулярно на Русь, как наемную военную силу. Ну и заканчивалось все, как правило, большой-большой кровью. Вот все это Орда на время прекратила. И это было, конечно, хорошо, потому что дало уникальный шанс для русских княжеств. Этим уникальным шансом воспользовалась Москва. Со времен Ивана Калиты Москва получает статус великого княжества, князь Московский получает статус великого князя Владимирского и начинает собирать ордынский выход самостоятельно. То есть не каждое отдельное княжество относит в Орду ту самую долю малую, но ее генерирует внутри себя великий князь Владимирский. И, естественно, этот выход в Орду попадал не целиком. Часть оседала в Москве. Это такая московская традиция, с 14 века идет. Невозможно держать мед во рту и не попробовать. Так вот, шансом Москва воспользовалась, и к середине 14 века это было одно из самых мощнейших, если не самое мощное княжество на Руси. По крайней мере, в смысле внутреннего порядка, внутреннего благосостояния. И, что важно, Москва становится религиозным центром, потому что религия в то время была одним из определяющих факторов, которая являлась маркером самоидентификации для средневекового человека. Митрополит Киевский Алексей из рода Бяконтов, такого знаменитого боярского рода, уезжает в Москву и начинает бороться за объединение церкви вокруг Москвы, потому что одновременно на киевскую митрополию претендуют, естественно, литовцы. Иван Калита умер, и на престоле Москвы оказался малолетний Дмитрий Иванович. Дмитрий Иванович, будущий Донской. И тут в свои крепкие руки, бразды правления взяли два человека. Во-первых, это сам митрополит Алексей и Василий Васильевич Вильяминов, московский тысяцкий, которые, в общем, от лица Дмитрия Донского управляли. Во-первых, Русь была отнюдь не монолитна, как мы понимаем. Потому что, во-первых, Москва вынуждена была сначала соперничать за Великое княжение Владимирское с Суздалем и Нижним Новгородом. Ну и потом, когда с этой стороны конкуренты были устранены, на сцену вышла Тверь, которая активно пыталась перехватить ярлык на Великое княжение Владимирское. И этим пользовались татары, а конкретно Мамай. Кто такой был Мамай и что из себя представляла в это время Золотая Орда, возвращаясь на восток? Золотая Орда во время Великой Замятни перестала быть той всесокрушающей силой, которую все боялись до дрожи в коленях. Причем от Рязани боялись, так до западных границ Польши и немножко западнее. Она стала разваливаться,
И фактически мы получили вместо одного улуса Джучи два улуса Джучи, разделенные ровно по Волге. На одну восточную часть с центром в Сарае претендовал хан Тахтамыш, настоящий тенгизид. Вот. Но восточные татары, а также, собственно, мамаи были не вполне с этим согласны, и там была долгая гражданская война. Западной частью владел мамай. Но при этом тоже не безраздельно, потому что Волжская Булгария в это время, то есть это северная часть улуса Джучи, начинает постепенно выходить из-под власти мамая. Потому что, откровенно говоря, так как не было на престоле настоящего Чингизида, каждый мурза захотел взять себе немножко власти. И для Руси это было хорошо, потому что так как это вот могучая сила, с которой раньше даже думать нельзя было соперничать, перестала быть этим колоссальным монолитом. То есть с ним стало можно, если не бороться, то, по крайней мере, вести политический диалог на равных. Это с одной стороны. С другой стороны, теперь каждый мурза, который имел достаточно наглости и смелости, мог собрать вот ту самую половецкую 1000 сабель, там 2-3, и пойти собирать уже не выход, то есть налог упорядоченный, а казуальную дань, потому что вот хочу и возьму, и попробуйте помешать. В итоге русские княжества вынуждены сопротивляться. И не только русские. Мы знаем, как в 1362 году на Синих водах вот такой частый набег отбил князь Ольгерд, на голову разбив 3 татарских, как написано, царевичей, один из которых носил настоящее татарское имя Дмитрий. Дважды бивали татар и, собственно, русские князья. Это первое сражение на реке Пьяни 1363 года. Это битва при Шлевском лесу. Ну, в общем, мы не знаем полных подробностей, кроме того, что один раз напал Мурза Тагай, который, или Эмир Тагай, который владел территории Мордвы, другой раз напал владетель как раз Булгарии, Волжской. Оба раза были биты, но это были частые набеги, это не были походы этих вот колоссальных туменов, Неврюя и Дюденевых времен 13 века. То есть да, все поняли, с татарами можно бороться. По крайней мере, пытаться бороться или договариваться. Чем, в общем, все и занялись. Мамай в это время, отлично понимая свое шаткое положение и не желая как-то с этим мириться, он понимал, что у него есть ровно один источник постоянного сверхдохода. Это Русь. Поэтому Русь нужно по староримской традиции разделять и властвовать. Поэтому Мамай лишает Дмитрия Ивановича Донского ярлыка на великое княжение и отдает его Михаилу Тверскому, собственно, главному оппоненту Дмитрия Донского. Тут Дмитрий Донской, уже будучи взрослым человеком, был далеко уже не тот юноша, с которым мы познакомились в начале нашего разговора, в 1374 году собирает съезд князей в Переславле-Залесском. И там формируется коалиция князей, которая будет, ну, наверное, самым главным действующим лицом на полях сражений и политических битв, которые имели место на северо-востоке Руси, наверное, всю последнюю четверть XIV века. К сожалению, стенограммы этого съезда князей не сохранилось. Не знаем мы точно, что там было договорено и кто там был. Но уже в 1375 году на Тверь выдвигается грандиозный поход, куда собрались, во-первых, все московские удельные княжества, ну это естественно, все удельные княжества Владимира и сам город Владимир, от Михаила Тверского отложился Кашинский князь, который присоединился к коалиции князей.
Это были тут же Ярославль, Ростов Великий и даже Новгород, союзник Твери, вдруг поняв, что сил находится не на стороне Твери, немедленно порвал с Тверью всякие союзнические отношения и выставил воинский контингент на стороне Дмитрия Ивановича. Тверь в 1375 году была окончательно приведена к повиновению. Ну, по крайней мере, более на статус центра Руси она не претендовала. Так, а что-то я совсем забыл показать вам карту Улус-Уджучи. Вот, мы видим, не знаю, вот тут мышку видно, да, вот по Волге, которая впадает в Каспийское море, развалился Улус-Джучи. Вот булгары на севере проявляли относительную самостоятельность, хотя там постоянно находились чиновники от Золотой Орды. Вот в новой столице Сарай-ад-Джадид находился центр восточной части Улус-Уджучи, ну а Мамаю остался Крым при Черноморье и, соответственно, межчерноморские и межкаспийские степи. Ну и так вплоть до мордовских пределов, потому что после того, как Эмира или Мурзу, непонятно, как его называть правильно, Тагая, наши князья разбили, его орду Мамай себе подчинил. Вот такой вот кусочек остался от некогда непобедимой Золотой Орды, который противостоял нам в тот момент. Так что же требовал Мамай? Мамай потребовал дани выхода времен Джанибекова. Это время максимального расцвета Золотой Орды, максимального могущества. То есть это выше этого Орда не поднималась никогда. Тогда мы платили максимальный выход в Орду, максимальный. И с этим Дмитрий Иванович смириться не мог. Он готов был платить. И более того, платил регулярно и собирал этот выход со своих, так сказать, подданных, которые определялись ярлыком на Великое княжение. Вот. Но до определенного предела. Сверх определенного предела этот самый выход переставал быть разумным. Я повторюсь, Дмитрий Донской понимал, что воевать с Ордой будет все равно дороже, чем платить. Но вот когда какой-то определенный порог был перейден, стало понятно, что если мы будем кормить Мамая, то мы будем кормить его уже всю жизнь. Потому что он наберет новое войско, он разобьет всех своих конкурентов на Востоке, объединит Улус-Джучи, и после чего о борьбе с ним речи уже быть не сможет. Мы не сможем его одолеть, эту махину, как не могли одолеть раньше. Поэтому, как я и говорил, в Переславле-Залесском собралась очень представительная коалиция князей. Она не была постоянной, потому что, в частности, верный союзник Дмитрия Ивановича Донского, Нижний Новгород, через некоторое время вынужден был выйти из состава коалиции. Новгород Великий, как прекрасная средневековая республика торгашей, всегда держал хвост по ветру и был там, где в данный момент быть выгодно. То есть на Куликовом поле Новгород уже Дмитрию Ивановичу Донскому не помогал. Рязанское княжество, которое тоже сначала входило в данный конгломерат, было опять же вынуждено выйти, на этом чуть позже остановимся, когда будем говорить непосредственно о ходе войны. Западные княжества, которые граничили с Великим княжеством Литовским, также постоянно вынуждены были колебаться то в одну, то в другую сторону, потому что нужно вспомнить еще раз, что Русь в это время находилась в состоянии феодальной раздробленности. Союзы заключались и разрывались с невероятной легкостью, причем даже внутри самой Москвы не было единой монолитной политики. Потому что, с одной стороны, конечно, у нас был великий князь Дмитрий Иванович, а с другой стороны, мы помним, московским Тысяцким, в общем, дядькой его был
Василий Васильевич Вильяминов, родоначальник этого знаменитого боярского рода. Когда Дмитрий Иванович достиг совершеннолетия, он по смерти Василия Васильевича звание Тысяцкого отменил, после чего старший сын Иван Васильевич Вильяминов немедленно сбежал в Тверь, чтобы стать Тысяцким там, и стал работать на прямого противника Дмитрия Ивановича. После чего его отправили из Твери в Орду, чтобы он там вел переговоры с Мамаем, так сказать, сепаратно. И по возвращении домой в Серпухове Ивана Васильевича схватили и публично казнили, что является одной из первых публичных казней на Руси, по крайней мере, зафиксированных. При этом его младшие братья Тимофей и Микула продолжали, как ни в чем не бывало, служить Дмитрию Ивановичу. И оба с честью погибли на Куликовом поле. То есть мы видим, какая непростая была внутренняя обстановка на Руси. Может быть, чуть-чуть менее простая, чем в Улусе-Джучи времен Великой Замятни. Так вот, возвращаемся к важной фразе, которую я попросил вас запомнить. Что в 1374 году Дмитрий Иванович отказался платить увеличенный выход. Выход времен Джанибековых. И бысть размирье с Мамаем. Это очень важная фраза. Потому что в летописях никогда до этого ни разу не сказано, что у нас с Золотой Ордой бысть размирье. Размирье может быть как минимум с равным, то есть мы можем поссориться с равным. И это как минимум, потому что вторая важная фраза, о которой я говорил, Мамай сажал царей с руки своя. Царя, по понятиям средневекового человека, то есть императора, потому что царь – это славянское искаженное слово кесарь, то есть император. Кесаря мог поставить на престол только Бог. И монгольский хан прямо называется в наших летописях не иначе, как царем. Мы признавали его императором, потому что когда в 1204 году крестоносцы разгромили Константинополь, это был удар по всему православному миру, причем удар колоссальный. Весь православный мир знал, что в Константинополе находится патриарх, там патриархия, это центр притяжения всего православного человечества, всей православной экумены. И вот его не стало. И очень удачно в 30-е годы появляются монголы, которые громят буквально все, что находится у них на пути. Ну и с фатализмом, который было присуще вообще всему средневековью, мы принимаем великого монгольского хана царем. Это любая летопись нам об этом скажет, что это, да, это был царь, за которого молились наши митрополиты, епископы, священники, которому платили внутренний государственный налог, в конце концов, выход тот самый. И вот какой-то выскочка начинает с одной стороны ставить незаконных этих самых царьков на престол. Причем престол тут непонятно какой, он какой-то половинчатый получился. А может быть даже не половинчатый, может быть даже 25%, никто не знает. И при этом он имеет наглость требовать выход, который платили Джанибеку. И вот в этих условиях, конечно, имело место размирье. Мы могли просто поссориться, отныне мы могли поссориться с Мамаем. Тем более, что Дмитрий Иванович, видимо, чувствовал за собой немалую силу. Итак, кто же нам противостоял? Что такое войска Золотой Орды? Вот несмотря на то, что, как я сейчас сказал, все это раздробилось, это огромный монолит Улуса-Джучи. У нас все равно никогда до этого и очень долго после не было противника опаснее, потому что масса великолепно организованной по монгольскому образцу легкой степной конницы с опорой на богатуров, на элитную тяжелую конницу, конечно, представляла из себя колоссальную угрозу. И по большому счету, каких-то больших сражений, тем более сражений в поле,
Русские войска не выигрывали у татар очень-очень-очень много лет подряд. Просто не было такого опыта. Мы сражались в это время с Западом, мы сражались с Литвой, мы сражались с крестоносцами в Прибалтике. Там были вполне сопоставимые контингенты, там 500 человек в одном месте, 600 в другом, там 3000 в третьем. Это были нормальные, тяжело вооруженные всадники, которые сражались примерно так же, как мы. Вот. Ну или литовцы, легко вооруженные всадники, в принципе, вполне вменяемые, знакомые нам противники. Но воевать с Ордой мы только учились тогда, только начинали учиться. Об этом говорит то, что мы в то время практически не перенимали монгольского вооружения. Но мы знаем, что если мы с кем-то постоянно кто-то воюет, то они делаются очень похожи, потому что воевать лучше всего с противником его же средствами. Подобное подобным. Такая вот военная гомеопатия. А мы разительно отличаемся от татар в это время. Сейчас даже покажу вам, насколько разительно.